Ой, друзья, сегодня хороший вечер, хорошее воскресенье. А знаете с кем? Витечка, малышек маленький. С кем играют? Соберись. Давай, Маюшечка. Сделай дело. Давай. Давай, Майя. Тихо, сейчас я его укрою. Смотрите, какой красивый. Мы его не можем обыграть почему-то. Давай. Ты победила или нет? Так. Итак, Брянская идет. Так, друзья, полный видеоблог посмотрите, потом у Майи она все сделает. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты спала? Здравствуйте, да. Ты что, обычно спишь такое время? У нас есть для тебя подарок. Мы вообще специально приехали к тебе в начале четвертого. Смотри, Брян, просто у нас с Лехой видео мы дарим... Она увидела подарок! Подожди, она не видела. Подожди, тихо. Короче. Ты догадайся, что это может быть? Я не знаю. Не знаешь? Готова? Это лопата. Это тебе лопата. Потому что у тебя появилась машина, мы знаем. Да. Чтобы ты не застревала вот в этих сугробах. Вот в этих сугробах. Подарок. Это самый классный подарок, который да. Мы живем. Поэтому теперь... 4 утра, мило, теперь... подарок, теперь... Ну, либо, если вдруг кто-то надоест, ты можешь как бы разобраться с этой лопатой. Да, спасибо. Ты догадайся, что это может быть? Я не знаю. Не знаешь? Готова? Лопата. Это тебе лопата. Потому что у тебя появилась машина, мы знаем. Да. Чтобы ты не застревала вот в этих сугробах. Вот в этих сугробах. Подарок. Это самый классный подарок, который да. Мы живем. Поэтому теперь... 4 утра, мило, теперь... подарок, теперь... Ну, либо, если вдруг кто-то надоест, ты можешь как бы разобраться с этой лопатой. Да, спасибо. В общем, ребят, у нас сложнейшая дилемма. Мы пытаемся выбрать, куда же нам полететь на Новый год. Или не лететь никуда и остаться в Москве. Варианты такие. Сочи и Питер. Как вы думаете, куда лететь лучше? И если у вас есть какие-то планы, если вы тоже, может быть, окажетесь в Сочи, дайте знать, напишите в директ, может быть, объединим усилия и встретим Новый год огромной веселой компанией. Непонятно, да, поначалу, что Леша делает? Он в приставку так играет. А почему Витя так спокойно играет? Его вроде убивают. Это старый опытный. Витя старый опытный, да? Леш, да ну расслабься ты, ну ты чё? Все кнопки подряд. Давай, Лёх. Я запечатлею этот момент. Муж. А тихо. Бей его, давай, Лёш. Лёш, ты какая баба, красная или зеленая? Красная. Давай, бомби его, давай. Да! Бля! Да! Это первая победа за 150 часов. Во! Фаталити! Можем домой ехать? Да, наконец-то. Герои этой ночи перед вами. Виктор Литвинов и Алексей Купин. Они решили помыть вручную машину ночью. Сами. Что просто у людей в голове? Зачем они это делают? Вить, тебе-то это зачем? Иди в теплую машину грейся. Ну, ты чё? Лёш, почему постоянно хочется ночью-то машину помыть, а? Герои этой ночи перед вами. Виктор Литвинов и Алексей Купин. Они решили помыть вручную машину ночью. Сами. Что просто у людей в голове? Зачем они это делают? Вить, тебе-то это зачем? Иди в теплую машину грейся. Ну, ты чё? Лёш, почему постоянно хочется ночью-то машину помыть, а? Развлекается. Ой, он меня залепил. Витьке тоже не вид. Он меня со всех сторон залепил. Машина заблокировалась. Все. Стоит, рисует мне сердечки, смайлики. Майя.
Так, Витя! Ты что такое тут нарисовал? Лёшка. Лёш! Ну ты-то куда? Лёш! Что, с ума сошли? Вы что письки-то рисуете? Зайчика из этого хотя бы сделай. Ребят, у вас фантазии только на это хватает, что ли? Сигнализация! Что делать? Приветики, Федя Зайчик. Федя, что ты делаешь? Ты готовишься к корпоративу? Асоня! Асоль мия! Ингас маде! Ингас маде! Еще один зайчик, смотри. Это какой-то унылый зайчик. Зайчик с Армении поехал, ингас маде пошел. Ну что, мои пупсики дорогие, Алимушка приехал к нам на поляну. Если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе, да? Да, я боюсь. Мы сейчас будем делать. Заставляет меня добавлять. Я заставляю. Я заставляю, не хочет, я его заставила. Я его шантажирую.